движется вот один кораблик, сейчас следом мы за ним. Как тятюши? Сухина, купца была Сухина первой гильдии. Мелководный залив мирового неба. У него пароходы, теплоходы. Вот справа посмотрите. Да истории послушай про наш город. Про тетюши! Он стоит, вот девочки, мальчики. У нас колокольчик есть. Угощенница примите и напиточки вкусите. Алеют зори над рекою утром ранним. Паркуется вот один кораблик, сейчас следом мы за ним. Вот тетюши прибыли. Время 7:30. Тетюши. Капитан контролирует. Тетюши город, город величавый, и наша вода русская краса. Встречаются. Назначенный на берег выплескивают, поселились люди, и жизнь свою здесь стали налаживать, и минуло с тех пор уж не одна тысяча лет. Всем привет! Мы прибыли в Тетюши. В автобусе вот самые первые. Как тятюши? Поехали с нами. Что, к 1781 году Екатерина II в одночасье произвела такие города, как Елабуга, Чистополь, Тетюши, Спасск. Города уездные. Вот улица Владимирская. Мы едем по улице Владимирской, и сразу же справа от вас деревянный дом, церковная школа, потом здесь и учителя. А слева был целый комплекс Полосухина, купца Полосухина первой гильдии. Вот остались кирпичные. Посмотрите, в центре города остались купеческие дома, двухэтажные кирпичные с красного кирпича, которых в Тетюшах очень много. Четыре кирпичных завода было. И одноэтажные жилые дома. Вот мы проезжаем смешные цены, то бишь чайные братьев чумбарцев. Вот здесь собирался весь люд честной. Дальше ничего не было. Здесь были базарные ярмарки. Все для вас, для экскурсии. Посмотрите, рыбки также там плавают в нашем озере. Вы знаете, что раньше
яблоко. Сразу обратите внимание, из чего сделаны вот эти деревянные дома. Как вы думаете? Валялись огромные корабли, назывались беляны. Мы сейчас их увидим. Вон они. Вон там беляны. Что за беляны такие? Кору с бревна снимали, они белые становились. Это что, рыбу ловить? А это, наверное, как свой дедушка сказал. Привозили тетюшами домой и делали и сами бревна. Скажите, пожалуйста, из чего раньше? Вот, например, вот это такое. Да, это что такое? Губай. Вы знаете, что миллион лет, 500 миллионов лет назад на нашей земле мелководный залив Мирового океана. Огромные рыбины, вы посмотрите, ихтиозавры. Ихтиозаврик, вот этот наш, его косточки нашли на берегу, совсем недалеко от Тетюши. А он маленький, а сам ихтиозаврик 28 метров длиной, живородящие, зубастые. У него даже вот эти глаза оформлены 20 сантиметров, которые были. Они как раз и ночные охотники. А посмотрите, это что такое? Это беспозвоночные моллюски, аммониты и пирамиды. Аммониты спиралеобразные, посмотрите, они высотой до 2 метров перебрали. А вот беленики, это чертовы пальчики. Кто скажет, есть? Вот они чертовы пальчики, видите, да? Это хищники, которые носились по мелководному заливу, пожирали все, и свои сородичи, и всю траву, и кого. Вот эти огромные белениты, они очень большие, да. Чертовы пальчики, извините, они до сих пор могут, идешь и собираешь. И их. Это что такое у нас? Бедный мамонт. Вот, шерстистый мамонт, он, оказывается, спас человек из ночлега, добывает, и традиционный мрачный период друг друга. Он 14 тонн был, да, и высотой 6 метров был. Кого тебе напугать? На корабле стоит. Не знаю. Похож на этого парня. Какого? Какой такой? Дарик. Ух ты, что? Купеческая, первый гильдия Крупина, он самый богатый миллионер, у него пароходы, теплоходы, вот справа посмотрите, видите, да, отцов, ровесник вдаль умчавшимся векам, храм, освященный Троицей Святой, земного лика не исчез, и виден на десятки верст окрест собора купол золотой. Первая камера, вот дом ее деревянный, да, стоит комод, лишь фанер, а сзади простенок, и вот в простенке вот эти иконы. Один раз прихожу на службу, два гроба стоят, я говорю, что такое? Бабушки пришли умирать уже, с гробами уже пришли. Это те бабушки, которые меня крестили на дому. Тазик, хочу сказать, что это девушки, ну,
девушки, мы их называем, мы сейчас все девушки уже, да? Так, это народный ансамбль мордовский «Умарина», «Яблонька». Вот такой ансамбль. Это не пиво, не настоящие советские. Сейчас машины проедут. Все. Пошли, пошли. Чтобы всех места хватило, стоим справа, слева и любуемся на наших девушек. Так, пожалуйста. Музей истории Тетюшского края. Сегодня в городе, в древнейшем городе, на высокой, на горе, мы встречаем дорогих гостей. Старинный город наш, да град купеческий, больше тысячи лет над Волгою стоит, юго-запад всей республики хранит. Добрые люди, добрые, гости желанные, мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Тетюшской земле. Я первой гильдии купец, жду вас в гости в свой дворец. Заходи, честной народ, посмотри, как купец батюшка живет, да истории послушай про наш город. Про Тетюши! Хоть мы с вами не знакомы, но я спрошу мои хоромы. Спасибо, батюшка. Моя группа вперед идет. Мы проходим сразу на второй этаж. Васильевич, Серебряков, выходите, пожалуйста. Мы сейчас с вами быстренько проходим на второй этаж, но все равно уже дыханием своим вы почувствуете вот этот купеческий дом. Мы поднимаемся по ступенечкам, и перед вами водный царь. Потрогайте его носик, загадайте желание, скажите мне, из какого материала изготовлена эта скульптура водного царя. Проходим. С гостиного. Приглашаем вас в гостиную купеческую. Удобно встаем, девочки, мальчики. Проходите, пожалуйста, сюда. Купеческая гостиная. Вы сразу сюда поднялись, чтобы не мешать друг другу в той группе. Они будут внизу, а мы наверху. Нина, а помните фильм? Кричит: «Майка, иди сюда!» У нас колокольчик есть, да? Вот такой вот купеческий колокольчик, смотрите, как красиво. Здесь очень много старинной кухни, здесь много мебели старинной. Смотрите, вот светильники бронзовые, светильники позолоченные, медные. Для чего они нужны? Свечи. Мне очень нравятся эти свечи. Очень интересные. Все время к нам приходили какие-то южане, цыгане, говорят: «Продайте нам». Говорят: «Зачем он вам? Вы же играть-то не можете». «Нет, надо нам». Оказывается, там слитки, печатки, золото было. Вот смотрите, и проехали. Они разбирали все, золото вытаскивали и довольны на своей золоте. А вы продавали? Нет, мы не продавали, мы знали, чего они хотят. Ребята, вот я хочу остановиться вот на этой картине. Эта картина, вроде бы, картина всегда. История замечательная, называется «Гроза». Когда Витсимир Шамиль, когда приезжал первый президент Татарстана, было темно, и он все заглядывает, что вы смотрите, где подсветка, да, она прям без руки как будто говорит. И нарисовал эту картину Иван Кузнецов. Yeah.
день до 400 бо... Он классный, но вот, к сожалению, у него образование художественное. По традиции старинной, как у нас заведено, угощенницу примите и напиточки вкусите. Ох ты, батюшка! Наливочка! Так, вы совершеннолетние есть? Ой, батюшка угощает. Угощает. Надо быть наливочку. Девочки, давайте. Вы хотели с ванилью. Пожалуйста. А? И, конечно же, пирог. Разгонный. Дать вам? Что такое разгонный? Чем пирог? А пирог надо попробовать и подумать, чем. Это уже специально загадка для вас. Здесь, в купеческом доме, а вкусно? Ну, нормально. Ну, попробуй, что-то. Мария выносит ну, вот. Нет, я попробую глоток. Может, я не буду. Мы сейчас говорим... Разгонный. Ну, попробуй. Не разгонный, а разборный пирог. А вот что там, что-то сюрприз, так, девочки, ну, попробуйте же сами. Ой, какой сладкий. Очень вкусный. Давай. Берите, как сироп. Как сироп сладкий. Следующий. И раньше мы с вами в магазине покупали карамельки, которые назывались как? Дуньки на радость. Дуньки на радость. Помните, такие подушечки. Вот ты так попробовала вот хотя бы карамельку? Как его готовить? Не хочу. Ты спрашивала, какой у нас вкус? Вот попробуй. Дождевое это можно обычное сахар, да? Значит, две тарелочки. Здесь. Из конфет. Две тарелочки. Душевно. В одной тарелочке подсолнечное масло, в другой тарелочке сахар. Значит, попробовала наливку? Сначала песочек, потом масло. Наливку попробуй. Нет, сначала масло. Наливку. Попробовали. Берите пирожок. Где? Весь наш. Берите, забирайте с собой, не оставляйте. Бери. Можно лучше наливочки попробовать? Да, наливочки. С собой забирайте. Но не из бутылки. Пошли. То я не гарантирую, что с вами ничего не случится. Вась, бери пирог. Не хочу. Настя, допей. Не хочу. Не надо с вами. Нормальный, хороший. Приятненькая штучка. Петра Ашмарина. Вот здесь, в этих лавочках и в этих домах, каких только магазинов не было. Сейчас это гастроном, там, где продается наш тетюшский хлеб. И вот здесь вот, вот, например, глиняные вот эти справа маленькие ларечки, вот видите, да? Это все ларьки купеческие. Ой. Купцы первой гильдии, второй, третьей гильдии. Откуда пошли? От Петра Первого. Купец первой гильдии от 10 тысяч золотых и больше. Купец второй гильдии от 1000 до 10 тысяч, и мещане это до 500 рублей. Посмотрите, пожалуйста, давайте еще раз обратим внимание вот на кладбище. Если сейчас мы зайдем на это кладбище, перед вами будет как раз монумент, как он называется, плиточный, вот. Петр Васильевич Серебряков, вот прямо перед вами на дорожке, рядом его жена похоронена. Здесь купцы и дворяне похоронены, и мещане похоронены. Да, что хочется мне сказать еще же. Город у нас сельскохозяйственный, здесь район сельскохозяйственный. Глава района, миллионер, входит в топ-100 богатых людей России. По поводу мошенничества. Я 30 мая была у Малахова.
будет так. Передача, будет передача, связанная с мошенничеством, у меня там увидите. Вот. А сейчас хочу спеть песню моего коллеги. Она когда в эфире будет? 30-го. Нет. Вот после праздника. Съемки 30 мая. Съемки были 30-го, да. И пока мне сказали за день до передачи, мы вам сообщим. Пока не сообщили. Ну, следите, ладно уж там про мошенничество. Что хочу сказать? Так это передача та, которая в 16:30 или по выходным? Вот ничего не знаю. Ну ладно, встретимся. Нет. То, что я руководитель волонтерского движения, помощи СВО, и то, что сын у меня на фронте, может быть, вот вышли они на меня, я не знаю. Ну, короче, в крупных размерах, ну, это вот не будем говорить. Давайте я закончу русской песней. Алеют зори над рекою утром ранним, и ветерок прохладный веет надо мной. Мои тетюши волжский, городок старинный, и тетюшаном ты навек, навек родной. Живем единою семьёю нерушимой, татары русские, чуваши и мордва. Мой городок, моя земля, навек любимые, шумит в садах твоих осенняя листва, шумят сады. Yeah,